Меня зовут Илья Зинченко, я из компании ББЦ «Банковские технологии». Наша компания специализируется на решениях платежей, электронных платежей во всех сегментах. Это эквайринг, эмиссия и электронная коммерция. Наша компания ежегодно принимает участие в форуме PLUS. Мы выступаем, мы представляем свой стенд с коллегами и делимся своими новшествами, что мы готовы предоставить на рынок. Я думаю, что форум полностью оправдал мои ожидания, и я был рад встретить своих коллег, бывших коллег, партнеров, конкурентов. Вот. И презентации, которые я слышал, они довольно-таки интересны. Я думаю, что я для своего департамента предпродажного консультирования довольно-таки много почерпнул, и будет что им рассказать. Мы постоянно, усовершенствуем наш продукт, и еще усовершенствуем наши сервисы. И вот этот форум позволит нам немного даже с другой стороны взглянуть на проблемы, которые стоят, на вопросы, которые открыты не только с точки зрения вендора, но и с точки зрения банков и каких-то возможных других решений. И, может быть, даже что-то от них почерпнуть себе.